Ранним утром в субботу на 2 часа оказалась парализована работа Хабаровского аэропорта из-за сообщения о готовящемся взрыве. Экстренные службы вывели на улицу 70 человек. Это пассажиры, прилетевшие из Санкт-Петербурга и ожидавшие выдачи багажа, а также те, кто ожидал посадки на 2 воздушных судна в Екатеринбург и Красноярск. Взрывотехникам пришлось проверить и терминал внутренних линий, и международный. Опасных предметов на территории не нашли. Вычислить лжетеррориста оперативникам удалось за несколько часов. 27-летний хабаровчанин был доставлен в отдел транспортной полиции. Задержанию предшествовали запутанные поиски звонившего. Дело в том, что в службу спасения вызов передали с другого конца страны, из Волгограда. Именно туда поступил первый звонок. Позвонил, сказал, что сегодня в 6 часов будет бомба в аэропорту. Куда вы позвонили? На номер, который нашел в интернете. Предполагал, что Хабаровский аэропорт, потому что набирал его в поисковике. То есть вы не предполагали, что вы звонили в другой город, да? Нет, не предполагал. Оказалось, что толкнула на преступление мужчину несчастная любовь. Звонком хабаровчанин пытался сорвать утренний рейс. В ночь гражданин распивал спиртные напитки в компании. И в ходе ссоры со своей девушкой он таким образом решил воспрепятствовать ее вылету в город Москву. План горожанина провалился. Задержек рейсов удалось избежать. За своеобразную попытку избежать расставания мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. С места происшествия Евгения Куликова, Ольга Кошелева и Александр Савчук.